Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем всех вас в Большом зале Приморской краевой филармонии на концерте, посвященном 80-летнему юбилею Тихоокеанского симфонического оркестра. Наш праздничный концерт открывает симфоническое скерцо Дюка «Ученик чародея». На сцене юбиляр, Тихоокеанский симфонический оркестр. За дирижерский пульт я приглашаю художественного руководителя и главного дирижера оркестра. Это заслуженный артист России Анатолий Смирнов. Thank you.
Часть концерта Иоганна Себастьяна Баха для двух скрипок ре минор в сопровождении струнного состава оркестра под управлением Анатолия Смирнова играют Миляуша Амиргалимова и концертмейстер оркестра Анна Мещерякова. Thank you.
часть концерта для кларнета с оркестром Франтишка Крамержа. Концерт «Ми бемоль мажор», опус 36. В сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением Анатолия Смирнова играет лауреат международных конкурсов, концертмейстер группы кларнетов Атабек Расулов. Thank you.
Thank you.
Сейчас вы услышите мелодию из оперы Глюка «Орфей и Эвридика». В сопровождении оркестра под управлением Анатолия Смирнова играет Наталья Зорькина. Не раз бывали ремарки впервые во Владивостоке, бывали у нас и мировые премьеры. И вот сегодня программу нашу продолжит сочинение современного немецкого композитора, которое будет исполняться в нашем городе в первый раз. Вы услышите третью часть концерта для литавр с оркестром Зигфрида Матхуса. Исполнители: Тихоокеанский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Смирнов, солист, лауреат международного конкурса Евгений Зубенко.
современного украинского композитора Арсена Бучинского. Ноктюрн «Жасмин» для вибрафона и фортепиано с оркестром. Исполнители, струнный состав оркестра, дирижер Анатолий Смирнов, солисты, дипломант международного конкурса Галина Гребенюк, фортепиано, и лауреат международного конкурса Сергей Пигарев, вибрафон. Thank you.
услышите пьесу Лероя Андерсена «Парад трубачей». Итак, Тихоокеанский симфонический оркестр, Анатолий Смирнов и группа труб. Заслуженный артист России Александр Ивашкин, концертмейстер группы Андрей Воронов и Алексей Федотов. Концерт ре-мажор. Исполнители: Тихоокеанский симфонический оркестр, солистка, лауреат международного конкурса, концертмейстер группы «Флейт» Дарья Крутикова. Thank you.
Thank you.
наши молодые артисты. Вы услышите адажио для двух виолончелей с оркестром Франца Шуберта в сопровождении струнного состава оркестра под управлением Анатолия Смирнова. Играют Александра Тищенко и лауреат международного конкурса Людмила Гомозова. Thank you.
концертную программу. Вы услышите венгерскую фантазию Вебера для фагота с оркестром. Сопровождение оркестра под управлением Анатолия Смирнова играет концертмейстер группы фаготов Надежда Ткаченко.
Заслуженный артист России Валерий Сергеев, Элина Ларионова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, и Сергей Токарев, также лауреат международных и всероссийских конкурсов. Thank you.
дорогие друзья, но карнавальная тема продолжается, не утихла она еще, ведь к нам прямо из Латинской Америки прибыла группа товарищей специально с поздравлениями, с пожеланиями. Мексиканский карнавал. Прошу. Которые сейчас грянут эти аплодисменты и тоже...